Вот, например, в тексте изложения слова «идеологии» не было. А что? Оно у тебя присутствует. То есть, ну, не надо этого делать. Или людям нужно относиться друг к другу с добротой и уважением. От этого будет хорошо всем. Этого тоже не было в тексте изложения изначально. Понимаешь? То есть, вот, на будущее. Передайте, пожалуйста. Белок. Нет, при том, что ошибок много, но, в принципе, и смотри, видишь, ни одной микротемы у тебя нет, но ты хотя бы попытался выделить абзацы, вот. Вика Никифорова, очень хорошее изложение у тебя получилось. Одно из немногих, у которых все есть микротемы. Я надеюсь, что ты писала сама, то есть максимально трудно. Да, тут списывать нет смысла. Так. Полина, значит, у тебя все микро... Тоже хорошее изложение получилось. Микротемы все присутствуют. Вот. А я очень умный человек, я не сдал изложение. Серьезно? Да. Да. Никита. Я не сдал изложение. Я очень умный человек. Извините, я очень умный человек, я не сдал изложение. Только что вспомнил. Оно там не дописано. Ладно. Никита, ну то, что ты умеешь писать, в этом я уже убедилась. Изложение не исключение. Единственное, что? Что означает многоточие? А, это многоточие поставила я. Микротема первая. Немножко не дотянуть. Да. Я сейчас озвучу текст, и вы посмотрите. Так, Кость, ну пока тебе сейчас сказать ничего не могу. Да, Татьяна Викторовна. Ну.